Дорогие друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Я бы хотел вот открыть такую новую рубрику, которую я назвал «Выживание в диких условиях». Ну, на самом деле, сейчас в интернете, да и в том же Ютубе предостаточно всяких там блогеров, которые снимают различные сюжеты, материалы, посвященные вот каким-то экстремальным выживаниям в природе. Однако, мне кажется, что все вот эти материалы, ну, они несколько эфемерны. То есть вот лично я считаю, что очень сложно мне предположить, что, допустим, какой-то человек без какой-либо цели или там задачи какой-то окажется вдруг где-то в глухой тайге, без каких-либо вообще банальных, простых, там, походных вещей. То есть без ножа, без спичек, голодный, холодный, да и вообще потерявший смысл к жизни. То есть вот все-таки я бы хотел в своей рубрике поделиться своим опытом, военным опытом, да и охотничьим многолетним опытом, который применим именно вот к нам, к охотникам, к рыболовам, да и просто к туристам, которые там оказались где-то в лесу, либо в лесостепи, и столкнулись с какими-то простыми житейскими ситуациями. То есть то, что в принципе может произойти с каждым человеком, оказавшимся на природе. Ну и, пожалуй, давайте начнем с такого простого. То есть в этой части я бы хотел вам рассказать, как можно научиться предсказывать погоду без интернета, без телевизора или радио, пользуясь какими-то природными данными, показателями, изменениями в природе, которые могут нам позволить определить, какая погода нас ждет. Вообще, друзья, считаю, что такая способность и, то есть, умение предсказывать погоду, пользуясь природными какими-то показателями, оно очень важно. Вот для охотника вообще порой просто необходимо, ну и для рыболова тоже. От этого может напрямую зависеть как бы поведение зверя, птиц, рыб в природе. И, пожалуй, таким самым доступным из показателей являются облака. По облакам можно и нужно определять, как будет меняться погода в ближайшее какое-то время. И вот давайте посмотрим с вами на небе сейчас кучевые облака. Такие облака говорят лишь о том, что в ближайшее время, к счастью, ну или, может, к сожалению, дождей не ожидается, будет сухая, устойчивая довольно-таки погода. Кучевые облака, кумулюс. Плотные днем ярко-белые облака со значительным вертикальным развитием, связаны с развитием конвекции в нижней и частично средней тропосфере. В умеренных и высоких широтах наблюдаются преимущественно в теплое время года, вторая половина весны, лето и первая половина осени, а в тропиках круглогодично. Как правило, возникают в середине дня и разрушаются к вечеру, хотя над морями могут наблюдаться и ночью. Помимо кучевых облаков, часто на небе можно заметить такие перистые облака, особенно если такие облака идут вот с завихрениями под конец, с такими закруглениями как бы. Вот эти облака говорят о том, что, может быть, не вот прямо сейчас, но на следующий день или даже через день погода изменится, и изменится она не в лучшую сторону. Скорее всего, будет похолодание, начнутся дожди, причем даже, возможно, затяжные. То есть такие облака ничего хорошего не предвещают. Перистые облака. Циррус. Раздельные, тонкие, нитеобразные облака в виде белых тонких волокон или чуть сероватых вытянутых гряд и клочьев. Перистые облака являются причиной такого оптического явления, как гало. Кристаллики льда, из которых они состоят, отражают солнечный и лунный свет, создавая оптические иллюзии самых разнообразных форм и расцветок. Если же вы видите, что небо заволокло такой однородной серой массой, начинает заволакивать, то это говорит о том, что в ближайшее время, довольно продолжительное время, начнутся дожди, ливневые дожди, и в ближайшие 3-4, а то и неделю хорошей погоды вообще можно не ждать. Ну и в отдельности хотел бы заострить внимание на грозовых облаках, вообще на грозе, потому что, пожалуй, это, если какой-то там проливной дождик, ну даже ливень можно переждать запросто, то вот гроза, она уже может нести за собой довольно опасные моменты, потому что, ну, все мы понимаем, что грозовой фронт – это разряды молнии, которые запросто могут ударить, как мы все знаем еще со школы, в отдельно стоящее дерево, либо в лодку, особенно если это металлическая лодка, на каком-то обширном участке водоема. То есть гроза вообще для туриста, да и не только, для любого человека это уже опасность. Предвестниками грозового фронта именно на небе могут являться такие черные, насыщенные тучи, причем довольно быстро начинающие заполонять вот синее небо, пространство. Они могут приближаться с разных сторон, и, как правило, это уже грозовой фронт. Грозовые облака. Кумулонимбус. Необходимыми условиями для возникновения грозового облака является наличие условий для развития конвекции или иного механизма, создающего восходящие потоки, запаса влаги, достаточного для образования осадков, и наличие структуры, в которой часть облачных частиц находится в жидком состоянии, а часть в ледяном. Интенсивность гроз следует за солнцем. Максимум гроз приходится на лето в средних широтах и дневные послеполуденные часы. Ну, еще раз о технике безопасности. То есть под отдельно стоящим деревом ни в коем случае нельзя. Но также нельзя и прятаться от грозы под рядом какими-то стоящими небольшими деревцами. площадь, то есть радиус попадания молнии, если же она все-таки попадает в отдельно стоящее дерево, примерно 15 метров. То есть вы, где-то находясь рядом с этим деревом, запросто также можете получить разряд, который может привести к смертельным последствиям. Также, особенно вот на рыбалке, если вы находитесь в лодке на обширном пространстве, на обширном водном пространстве и чувствуете, вот или видите, а с такого водоема очень хорошо видно приближение грозового фронта, нужно вообще немедленно стараться как можно быстрее плыть к берегу. Очень велика вероятность того, что молния ударит в вас, находящихся где-то в центре этого водоема. Вот я лично на себе испытал, правда, не удар молнии, иначе бы я, конечно, с вами сейчас уже не общался бы, но когда я оказался вот в лодке со спиннингом, это было Горьковское водохранилище на рыбалке, и вот природа затихла, я увидел на горизонте приближающийся фронт, черные такие прямо грозовые облака, вспышки молнии где-то там наверху, гром. Я услышал такой треск, как бы вот идет, как, знаете, треск электрический. И, в принципе, я даже увидел, что спиннинг, да, у меня два спиннинга было, я их как бы положил в лодку, они вот так вот под углом к 45 градусов к небу торчали. Так вот, на их кончиках я увидел разряды, вот эти статические разряды. Значит, фактически, вот это вообще проводник, вот эти спиннинги, я там бросил нафиг всю эту рыбалку как можно скорее. Хотя тогда судаки, это было просто нечто. Клев был отличный, я жереха тогда поймал. Но не суть, я все побросал, свернулся и дал деру оттуда, пока вот, значит, молния не нашла вот этот проводник в виде спиннинга и меня хорошенько не долбануло. Ребята, вот это не шутки, это очень опасно. Старайтесь где-то всегда укрываться от грозы, если вы оказались в лесу, среди леса, то есть где-то в низине, ни в коем случае не на каком-то холме, ни в коем случае не на поле, не в машине на поле, это тоже категорически нельзя. Случаев полно, человек там с рыбалки решил укрыться, от грозы переждать, машина на поле стоит фактически, молния ее сразу же выбирает, это металлическая конструкция, это проводник, естественно, молния туда бьет. Что я могу сказать, еще несколько слов о том, как можно определять расстояние до грозы и вообще понимать, приближается ли фронт на вас, или он идет в сторону, или вообще уходит от вас. Нужно засечь вот по секундам разницу между вспышкой молнии, засветкой и раскатом грома, следующим за молнией. Значит, скорость звука у нас примерно составляет 340 с небольшим, ну, округленно 340 метров в секунду. Значит, для того, чтобы рассчитать расстояние от вас до грозового фронта, необходимо вот то количество секунд, которое вы насчитали между молнией и громом, помножить на 340. То есть, допустим, если вы насчитали 3 секунды, помножаем на 340 и получаем 1020 метров. То есть, примерно километр до грозы. Если делать как бы такие заметки, вести наблюдение, то можно уже спокойно определить, приближается ли к вам гроза, либо она отдаляется, либо уходит в сторону. Справедливо это вообще для такой довольно, то есть средней полосы, лесостепь, но не для гор, не для каких-то даже городских ландшафтов, потому что в горах там вообще немножко все по-другому. Вот такие наблюдения, они будут не совсем справедливыми, так как звук может запросто от гор отражаться и тем самым вот искажать истинное расстояние до грозы. Также он может отражаться звук и от зданий, высоких особенно зданий. Поэтому вот здесь нужно делать некую поправку. Однако же вот с точки зрения представления о том, как, с какой скоростью и куда идет грозовой фронт, уже можно получить. бывает так, что вы оказались где-то в походе с детьми, с маленькими детьми, которым, конечно же, вот эти раскаты грома, особенно если фронт где-то совсем рядом, для них это очень страшно, дети начинают плакать, волноваться. Вот в этот момент главное самому не поддаваться вот этой, как сказать, детской такой вот панике, да, а просто взять листок бумаги, взять там, я не знаю, часы, секундомер, неважно, и начинать вот делать эти вычисления, то есть считать, сколько у нас, значит, какое расстояние у нас до грозы. Вот ребенок, он обязательно заинтересуется, во-первых, вашим спокойствием, а во-вторых, ему будет интересно, что там папа делает, папа или мама делают. То есть этим самым он отвлечется немножко от такой страшной вот этой атмосферы, и фактически вы его заинтересуете, но и для детей это такой тоже опыт. Самые яркие впечатления, они вообще всегда из детства идут, тоже для них будет полезно. Ну, я надеюсь, с облаками мы с вами разобрались, то есть наиболее такие распространенные виды облаков посмотрели и поняли, да, как можно по облакам определять изменения погоды. И теперь давайте перейдем к следующему моменту, то есть следующему способу предсказания погоды, а именно к птицам. Вообще, я вам советую всегда наблюдать за поведением птиц. А что же касается предсказания погоды, то конкретно за поведением ласточек. Ласточки — это вообще такие естественные барометры. Дело все в том, что если ласточки довольно высоко кружат где-то в небе, то это говорит о том, что в ближайшее время дождя точно не будет, погода останется хорошей, без изменений. Так как насекомые, различные виды насекомых, они поднимаются восходящими потоками вверх, кружат наверху довольно высоко, соответственно, ласточки в этом во всем крутятся, это для них кормовая база. Но если же вы увидели, что ласточки где-то ближе над дорогой, либо где-то над полем низко довольно-таки кружат, парят и так далее, то вот здесь практически 100% это уже точно к дождю. Сам вот этот вот аэропланктон, так называемый, опускается ниже, и, соответственно, ласточки спускаются за ним. Аэропланктон – смесь взвешенных в воздухе живых организмов, бактерий, грибов, мхов, мелких насекомых, которые не могут сопротивляться движению воздушных масс. В тропиках в состав аэропланктона также включают мелких птиц, например, колибри. Часть насекомых, наоборот, не входит в состав аэропланктона. Крупные стрекозы успешно сопротивляются ветру. Аэропланктон передвигается в пространстве при помощи потоков воздуха. Также вы не раз могли наблюдать за поведением птиц, когда вот, значит, в лесу где-то вы слышите пение птиц, они там перекрикиваются, между собой общаются, и тут вдруг как бы они резко замолкают. Вообще природа замолкает, все стихает, птиц не слышно. Вот, значит, такое поведение птиц ни к чему хорошему, ни о чем хорошем не говорит. То есть ждите беды, а именно, скорее всего, это даже может быть именно гроза. К такой перемене погоды птица очень резко реагирует. В ближайшие несколько часов советую вам заняться, значит, укреплением лагеря от дождя. Также, если вдруг вот вы слышите, да, птицы замолкли, начался ливень, идет дождь, а через какое-то время птицы опять начинают вдруг ни с того ни с сего петь, рано радоваться не стоит, это лишь говорит о том, что ухудшение погоды и дожди будут довольно затяжными. 2, а то и 3 дня вам гарантированы. Кроме птиц, также имеет смысл всегда понаблюдать и за земноводными, то есть за змейками, ужиками, ящерками, лягушками. Вот. которые также вам могут многое рассказать и предсказать дальнейшие изменения погоды. Скажем так, если вы видите, вот где-то на каких-то кочках выползают погреться на солнышко змейки, ужики, либо ящерицы, что более, как сказать, заметно, да, и более распространенно. И вдруг, значит, они куда-то все одеваются и куда-то пропали. Это говорит о том, что скоро будет дождь. Однако, если вы вдруг услышали, что начали громко переговариваться, квакать лягушки, то это также говорит о том, что в скором времени ожидается дождь. Но давайте я хотел бы заострить внимание на том, что все-таки вот кваканье лягушек, оно имеет сезонность. То есть вот то, что я вам сказал, это справедливо скорее для летнего периода, ну или осеннего, но не весной. Особенно в апреле, в начале мая у них брачный период, и это кваканье, но оно повсеместно, оно круглосуточно практически не прекращается. Поэтому вот погоду определять в это время года по лягушкам не всегда правильно. Цветы, друзья, они помимо того, что радуют наш глаз, красивые, они еще являются естественными природными барометрами, которые вот о погоде вам могут очень многое рассказать. Дело в том, что некоторые виды растений, в частности цветов, имеют такую тенденцию закрывать свои бутончики, значит, ну, на ночь, либо при приближении дождя. Это некоторые виды колокольчиков. Есть водные цветы, водные лилии или кувшинки. Кувшинки вообще вот они, помимо того, что перед дождем сворачивают, закрывают бутоны, они еще и уходят под воду, погружаются. Закрывают цветы свои бутоны для того, чтобы сохранить пыльцу, значит, на ночь от влаги, от росы утренней и в том числе и от дождя. Как понять, какие именно виды цветов могут сигнализировать вам о изменении погоды? Достаточно просто в вечернее время, ну, скажем так, когда уже довольно стемнело, поздно, прогуляться вокруг своего лагеря и посмотреть, какие именно цветы свои бутоны закрыли. Именно благодаря этим цветам вы сможете в дальнейшем определять, какая вас ждет погода, будет ли дождь или нет. Если вам удалось в лесу повстречать муравейник, то это самый что ни на есть естественный барометр. Когда муравьи спокойно работают, снуют туда-сюда, что-то таскают постоянно, значит, ничего не предвещает беды. То есть в ближайшее время погода не испортится, все будет хорошо, погода будет хорошей. Однако, если они начинают активно, значит, закрывать все входы в муравейник, собираться группой, прятаться вот в свой вот этот муравейник, в домик, они при этом, да, закрывают все входы, то это вот 100% показатель того, что скоро будет дождь. И муравьи таким образом пережидают непогоду у себя дома. Ну и ветер, друзья. Конечно же, это один из самых таких в природе показателей по изменению погоды. Если вы чувствуете, что ветер дует в одном направлении с определенной, с одной и той же скоростью, то в ближайшее время ничего плохого не произойдет. Значит, погода будет хорошей, без изменений. Однако, если начинает как бы кружить, вы чувствуете такие порывы, он резко меняет направление, то есть кружит именно, может подуть со спины или прямо на вас, или откуда-то сбоку. Ничего хорошего это не предвещает, скорее всего будет ливень, а в том числе, если вы чувствуете, что из такого довольно спокойного ветра, там с определенной скоростью, вдруг он начал резкие порывы, такие начались, сильный такой начинается ветер, то это вообще, как бы, ну, можно сказать, к беде. Это точно, скорее всего, гроза, либо даже какой-то ураган, буря обеспечена. Такой ветер вам как сигнализатор того, что нужно заняться укреплением вашего лагеря, либо в некоторых случаях вообще его сворачиванием, как говорится, от греха подальше. То есть за ветром вообще всегда стоит наблюдать в природе. Это один из таких явных показателей, как будет меняться погода. Еще хотел бы заострить ваше внимание на таких распространенных природных явлениях, как закат, восход, туман. Значит, если по туману можно легко определить, если вот вечером, да, в вечернее время, где-то особенно на водоемах, вы замечаете образование тумана, а рано-рано с утра такая обильная роса, то день будет жарким, солнечным, без дождей. Однако, если вот в теплую, сухую погоду туман не образуется и как бы росы этой нету, то все. Значит, через какое-то время, возможно, даже через день или раньше, погода ухудшится. По восходу, как определить, я, честно говоря, не знаю. Если у вас есть какие-то наблюдения по поводу того, как можно определить погоду, изменение погоды там на следующий день по восходу солнца, по облакам во время восхода, то вот, пожалуйста, я буду очень рад, если вы это напишите в комментариях к видео. Но по закату, вот я знаю, что вот уже как бы по моим наблюдениям, значит, когда вы видите такой вот багровый, такой красный закат, это говорит о том, что, то есть, это будет смена ветра. Вот, наверное, пожалуй, такие из основных моментов в природе, по которым вы можете ориентироваться по погоде. Очень надеюсь, что эти материалы окажутся полезными, в том числе, возможно, и для ваших детей, потому что детей надо учить. Да и не только. Нам и самим будет всегда, вот как говорится, век живи, век учись. И самим полезно понаблюдать за природой, попредсказывать погоду. Я уже в одном из своих видео в охоте на тетеревов я вам говорил о том, что вообще приметы, вот если брать приметы, они во многих случаях сейчас уже не работают из-за чрезмерного вмешательства, значит, человеков в окружающую среду, в природу. Но вот есть устоявшиеся такие показатели, а именно о которых я вам сегодня рассказал. Поэтому вот пробуйте где-то, находясь в лесу, где-то, где вы остановились, на вашей стоянке, в лагере, попробовать вот так вот определить, какая вас ждет погода. Я забыл вам еще сказать о паутине, кстати. Часто, да, когда идете в лесу, попадает на лицо паутина, ну, неприятно. Однако неприятно это, ну, можно сказать так, чисто для вас. А по погоде как раз-таки все будет хорошо. Пауки паутину плетут, ну, как сигнализатор тоже может быть, что погода будет сухой, ясной, хорошей. Ну что ж, друзья, вот такие, пожалуй, простые довольно-таки моменты, которые вы можете сами легко в природе найти и, значит, изучить. Сами предсказывать погоду без всяких синоптиков, которые нам не нужны. Буду очень рад, если вдруг у кого-то есть еще какие-то. Я знаю, их много, этих природных таких сигнализаторов, показателей во флоре и фауне, которые помогут определять, предсказывать погоду. Пожалуйста, пишите в комментариях, вообще задавайте любые вопросы, касающиеся темы. Я буду стараться на все вопросы отвечать. Ну, а я в этой части с вами прощаюсь. В следующей части поговорим и покажем еще что-нибудь интересненькое. Всем пока, удачи и до новых встреч, друзья!